Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про свидетелей. Можно ли взять женатую пару? Может, есть что-то, есть что из опыта, как проходит? Свидетели, в принципе, сейчас не особо нужны как таковые, то есть нет такого, что прям жизненно необходимо звать свидетелей, без них свадьбы не быть. Свидетели, ну, какой-то колоссальной нагрузки на них не возлагается, но если у вас свадьба где-то в России, да, в России, по крайней мере, точно, свидетелей можно взять просто друзей, которые такие активные, которые могут вам помочь в процессе там, прогулки, если у вас будет какая-то прогулка, в процессе подготовки, возможно, да, если вы готовите свою свадьбу самостоятельно. Но как таковые свидетели там, где-то в ЗАГСе и на банкете, честно говоря, особой роли не играют. Поэтому по поводу женатой пары, почему нет? Можете взять женатую пару, никаких предрассудков на эту тему абсолютно нет. В этом я вообще просто, знаете, я просто очень легко и спокойно отношусь ко всем этим приметам, потому что у меня за мою практику было столько пар, которые не следовали приметам и которые живут счастливо и все у них прекрасно, что в общем-то можете брать женатую пару и даже не думать ни о чем.